Нет, это очень просто. Даша много спорта. Вот смотрите, нет, отлично, молодец. Это просто сначала, для того, чтобы сейчас понять, для того, чтобы ты сейчас делала то, что он никогда тебя, что он повиснет на руке. А чего их не развернуть вообще? А потому что лицо не будет видно. Да и нет, вот так будет видно. Да? Сейчас уже на лицо смотрите. И смотрите, как это делается. Вот сейчас трудно было, ну, в общем-то, не очень, да? Вот смотрите. Вы просто представляете, что в эту руку твоя задача. Ага. Ты вводишь рельсу. Ага. Вот. Видите, глаз меняется. Поехали. Рельса. В эту руку. Представь, что она, знаешь, и облокотись туда, вот прям проткни это все, и туда, на этот, облокачивай руку. Она не конечна, она не заканчивается с пальчиками, ваша энергия. Она идет туда, и там кладется. Еще, подожди, нет, не набрала еще, я вижу. Да? Давай. Все, никто никогда теперь не сможет. Все, теперь расслабилась и больше все, забыла про руку. Все, сейчас это можно только поломать. И тут как бы, все, смотрите, да? Это совсем другой человек. То есть это, как сказать, вы превращаетесь как в амазонку, да? Когда у вас эта сила. Леша, расскажи. Было провисание, когда первое провисало, так сопротивлялся, провисало ниже. Здесь я, ну, вес уже так, такой же точно, все еще там же, на том же месте находится. Начал уже плечо провисать. Попробовать ноги поднять.